Здравствуйте, доброе утро, добрый день у вас. Меня зовут Рената Газизова, я коммерческий директор Европы нового комплекса Impressive, Impressive Resorts and Spas. Новое имя, наверное, вам покажется, но это самый классический отель в Пунта-Кане. Раньше это был H10. Потом это был Барсело Доминикан Бич, где, наверное, если не вы побывали, то ваши клиенты побывали 100%. А потом это был Sunscape Punta Cana. Владельцы купили у Барсело этот отель и отдали его в менеджмент IMA Resorts Sunscape в течение 2 года и решили, что сделают этот менеджмент сами. И с 2019 года мы открылись как Impressive Resorts and Spas. Что мы сделали, собственно говоря? Мы полностью обновили отель. Действительно, это было нужно, все этого ждали. И особенно, конечно, пляж. Все хотели красивого, настоящего, доминиканского пляжа. Поэтому давайте начнем с небольшого видео, чтобы вы захотели как можно быстрее приехать туда сами, на наших. Огромное спасибо Annexture, который предложил нам сделать этот вебинар, рассказать немножко о Доминикане. Сейчас вспомним, что, как, какие есть меры предосторожности, что мы делаем в отеле, что делается непосредственно в Доминикане. И перейдем потом уже к нашей презентации. Итак, зарядитесь Доминиканой, зарядитесь музыкой и красивым нашим отелем. Скажите, если видно видео? Thank you.
видно? Вау, 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 супер, отлично, замечательно. Сори, не знаю, почему, что получилось с видео. Я надеюсь, вы увидели, что мы сделали, что изменилось. Совершенно новый отель, новая инфраструктура, новый красивейший пляж. Мы сделали... Что мы сделали, да? Мы привезли инженерную всю технику из Испании и вложили больше 3 миллионов долларов, чтобы сделать такой красивый пляж. Безусловно, изменили в хорошую сторону экосистему, и нам за это дали голубой флаг для этого пляжа, то есть сертификат голубого пляжа есть у нашего пляжа, потому что мы вложили действительно много в экосистему и сделали только лучше пляж, чем был раньше. Его просто не было, океан съел весь пляж, и остались только бассейны. Но мы же знаем, что наши клиенты хотят увидеть красивый белоснежный песок и искупаться в океане, поэтому для нас пляж – это очень-очень важное место. Итак, что дальше? 2 отеля у нас появилось. Impressive Resorts and Spa и Impressive Premium. Давайте разберемся, в чем разница. Посмотрим Impressive Resorts and Spa. Всего у нас, чтобы вы понимали, здесь 650 комнат. Это очень красивый ресепшн, такая красивая палапа, как вы видите, да, открытая. Это вот ресепшн. Если вы когда-то были в Санске, Пунта-Кана или в Барселоне, Доминикан Бич, вы вспомните, что это совершенно не так, и здесь действительно все новое, использованы самые лучшие материалы. Вот так выглядит отель, карта отеля. Можете себе представить, что от ресепшена до пляжа вы даже 5 минут не пройдете, и вы уже будете на месте. То есть, конечно, есть и буги-карс везде, но... А если нет? А если я хочу вот пройтись пешком до самого конца, до пляжа? Это настолько горизонтально к морю и так-так близко прямо к пляжу от любой самой далекой точки отеля. Наверное, один из самых важных пунктов, таких вот, почему этот отель, да? Потому что есть вот эти вот рестораны, а их так любят, они с видом на море. Есть всего один отель в Пунта-Кане, который предлагает рестораны вот с таким видом и, что называется, ноги в песке. Это Club Med и мы. Больше нету ни одного отеля, который бы предлагал рестораны вот с таким видом, и буквально, как вы сами видите, метр от, даже метра нет, да, если вот так вот посмотреть, от пляжа. И здесь у нас находятся 3 ресторана. Это ресторан итальянский, французский и стейкхаус внизу on the grill. А теперь посмотрим, что еще у нас есть в отеле. Мы сделали вот такой вот красивый пирс, деревянный пирс. Его просто обожают. Сделать тут фотографию или поужинать, романтический ужин с лобстером, или сделать красивую свадьбу или день рождения. Любой ивент, любое мероприятие просто на ура проходит здесь, до 120 человек. И прямо на самом пляже, на море. Это очень красиво, это необыкновенно. И вот такой вот стал у нас сейчас пляж. То есть это большой, широкий, настоящий, с белым песком, с бирюзовой водой. И, как вы видите, на территории всего пляжа находятся натуральные пальмы. Это дает очень красивую и аккуратную тень. То есть даже не нужны зонтики, потому что есть настоящая тень. То есть есть часть пляжа, которая в тени, а есть часть пляжа, которая больше на солнце. Натуральная тень – это тоже очень нелегко найти, особенно в новых отелях. То есть, сами понимаете, пока зелень вырастет, для этого должно пройти время. А здесь в этом и плюс, что сохранили все сады, все зеленое,
и в то же время полностью обновили весь отель. Это комнаты. Все комнаты одинаковые, 39-40 квадратных метров, то есть это довольно большие комнаты, у всех есть балконы или терраса. Единственная разница – это вид, то есть это будет у вас вид на бассейн, вид на сад или же вид на океан. Рестораны, да, которые мы проговорили до этого, 5 ресторанов а-ла-карт, есть буфет, шведский стол, винный погреб, вайн а-ла-карт и снэк-бары, в том числе пицца. То есть 24 часа в сутки у вас всегда есть all-inclusive, где что перекусить, выпить. И почему 24 часа, да, ночью кто пойдет? А очень много людей идет покушать пиццу или просто где-то выпить, посидеть. Особенно потому, что джетлаг, то есть еще вроде бы по моему-то времени я могу еще бодрствовать, а тут уже надо спать, как-то непонятно. И поэтому на самом деле европейцы очень часто пользуются именно полным all-inclusive даже ночью. И, конечно, все виды баров. То есть это бары в лобби, это бары на дискотеке, и в бассейне, бесплатный Wi-Fi в театре и в лобби у нас на территории Impressive Resorts. Переходим в спа. Совершенно новый спа. Мы построили его только вот в 2019 году, обновили его полностью. Здесь у вас и джакузи, и сауны, и хамамы, и, конечно, есть комната для невесты, также маникюры, педикюры, парикмахерская, все это находится здесь. И есть также экстеншн, как мы их называем, на пляже, кабинки, где вы можете сделать массаж прямо на пляже. Детская комната. На самом деле, если вы едете с детьми, то, конечно, здорово быть с теми, кто тоже с детьми, да. А поэтому мы стараемся селить людей, вы понимаете, 1000 комнат, тех, кто с детьми, хотят с детьми, их поближе к детей, ближе к детской комнате. Те, кто без детей, хотят более спокойного отдыха, то, естественно, в зону там, где все поспокойнее. Какое преимущество? Вы можете оставить детей здесь, как в детском саду, то есть с 9 утра до 5 вечера, и самим выпить коктейльчик в приятной, нешумной атмосфере, да, а знаете, что ваши дети будут заняты, им будет интересно, они будут играть, есть множество разных мероприятий для них, и также различные комнаты. Комнаты есть с air conditioning, да, с кондиционером, или открытые, или под открытым небом. 3 раза в неделю мы организуем специальные тематические вечера, также для детей. То есть вот здесь вот на фотографии вы видите, допустим, открытый кинозал для детей. Это очень интересно, дети обожают это. Или пойти в палатки. Вечером в палатках им приготовят пикник, они покушают, а вы сможете спокойно поужинать лобстером, допустим, в этот день на деревянном пирсе. И, конечно, все скалолазания, мини-гольфы и так далее с 9 до 5, и дети от 3 лет до 12 лет могут оставаться в детской комнате. Также есть клуб для тинейджеров от 13 до 17 лет. Здесь ребята могут поиграть в настольные игры, в спортзал, всегда есть аниматоры вместе с ними, которые их займут, и им будет очень интересно. Часть премиума. Что это такое, да, в чем разница? Та же самая территория, только коричневые вот эти вот здания, это junior suite, это премиум. Это часть только, которая принадлежит премиуму. У них есть отдельный свой пляж, если вы вот видите, да, у них есть отдельный свой бассейн эксклюзивный, если они захотят побыть в более спокойном бассейне, то вот, пожалуйста, они могут его выбрать здесь тоже. И самый большой, наверное, плюс – это бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Вот вы видите бассейн, эксклюзивный только для гостей из премиума. Есть эксклюзивные рестораны. Премиум ланч и снак. Там же, где ресепшн для премиум, в этой зоне есть ланч и снак, где вы можете выпить бокал шампанского, что-то перекусить. Всегда открыт. Премиум ресепшн, то есть это уже не тот большой ресепшн, который мы видели в начале, да, а индивидуальный. Как только вы зашли, сразу кто-то будет, кто позаботится о вас, предложит вам коктейльчик, и сам чек-ин вам покажется настолько легким и простым. Отдельный пляж, спа, 20 минут бесплатно, у вас серкуита спа, то есть джакузи, сауны вы можете попробовать, посмотреть, и потом, если захотите, останетесь на дополнительные процедуры. Wi-Fi бесплатный, что мы сказали, и room-service. То есть вы приехали, еще голова такая тяжелая, непонятно, 6-7-8 часов разницы, и вы хотите заказать просто еду в номер, это будет совершенно бесплатно для гостей премиума. И здесь вот еще дополнительные моменты. То есть это консьерж-сервис, эксклюзивный пляж, как мы сказали, подарочки, когда вы приехали. Меню для подушек, мне кажется, это важно, потому что когда вы 7 дней спите на подушке, которая вам вообще не нравится, вы можете выбрать любую подушку, более твердую, более мягкую, большую, маленькую. Все-таки люди, которые едут в Доминикану, ездят как минимум на неделю, а то и 10-15 дней. Поэтому очень важно, как мы спим, и здесь мы позаботились о вас. И вот так вот выглядит ресепшн. То есть, видите, да, совершенно индивидуальный подход. У каждого будет свой человек, свой столик. И чек-ин пройдет очень легко. Вот так выглядят комнаты. То есть все комнаты junior suite. Единственное, что меняется у них, это вид. Да? Tropical view – это в сад, pool view – это бассейн, ocean front – это прям напрямую в океан. И некоторые комнаты также есть с джакузи внутри или с джакузи на террасе. То есть здесь уже выбирайте. Комнаты, конечно, побольше, чем обычные комнаты в резорте. Мы говорим о 50 квадратных метрах, то есть это такой хороший большой номер. Две кровати queen size и плюс небольшой такой вот диванчик, который можно разложить, или же большая кровать king size, 2 на 2, даже чуть больше, и опять же вот небольшой диванчик. Ну, здесь разные варианты junior suite-ов. И если это ocean front, то вы видите, это действительно прям ocean front напрямую. Рестораны. Есть японский ресторан, как мы говорили, итальянский, и стейкхаус, и французский. Везде нужно заранее записаться. Для гостей премиума у вас будет приоритет, то есть вы можете записаться в тот же день, когда вы хотите пойти в ресторан. И если вы хотите провести свою свадьбу, вы знаете, наверное, свадьбу напрямую у нас делают чаще всего из Америки, а европейцы часто празднуют 5, 10, 15, 20, 40, 50 лет, делают вот такие вот необычные anniversary, как мы их отмечаем, да, anniversary, когда вы приглашаете самых близких и хотите проверить, поместились ли вы в свое свадебное платье после 10 лет свадьбы. И здесь это можно отпраздновать очень классно с друзьями, с близкими, с семьей. Вот тут вот на пирсе есть разные варианты у нас для свадьб. Но на самом деле пирс, наверное, используется больше всего.
Разрешите мне чуть-чуть рассказать вам, что происходит сейчас в стране и какие есть преимущества у Доминиканы против других направлений. Я думаю, это будет узнать интересно вам, потому что АНЭК запускает свою программу вот совсем уже скоро. И почему ехать в Доминикану, да? Во-первых, как вы увидели, отель-резорт. То есть действительно это не одно здание, где все 300 комнат в одном только месте. Это, как правило, отели-резорты, где много комнат и много бунгалоу, то есть много зданий. А от этого, конечно, заполняемость совершенно не чувствуется, тем более на такой большой территории. Как минимум в резорте у вас будет 5-6 ресторанов, да, у нас 11, допустим, ресторанов вместе со снэк-барами и так далее, и кофе там, кофе-барами. 11 мест, где вы можете позавтракать, пообедать или поужинать, то есть, опять же, не будет совершенно никакого скопления людей, вы всегда можете выбрать более тихое место, где не будет совершенно людей и где вам, вы не будете подвергать себя риску, да, так скажем. Плюс на территории отеля есть абсолютно все, то есть от дискотеки до спа, спортзала, казино, все-все, что вы только можете захотеть в течение недели, 10 дней во время своего отдыха, отель, резорт вам предлагает. Поэтому, если вы не хотите, вы можете даже не выходить больше из отеля, чтобы не подвергать себя риску, а воспользоваться всем, что предлагает отель. У нас есть различные водные activities, да, спортивные мероприятия. Все, что не моторизировано, совершенно бесплатно для наших гостей и входит в all-inclusive, собственно говоря. Вот, конечно, это тоже очень большой плюс. На территории отеля есть врач и есть небольшая такая, как студио, как мы его называем, где этот врач принимает. И если вы почувствовали себя не очень или что-то произошло, ведь все может быть даже не связано с коронавирусом, скажем так, а просто вам захотелось выписать антибиотики или попросить капли для глаз, в конце концов. Здесь врач вам поможет без всяких проблем, и вам не нужно будет ехать в больницу или куда-то узнавать, спрашивать. На территории отеля, повторяю, есть врач. Плюс хотелось бы, конечно, сказать о новых мерах, которые предлагает государство Доминиканы, Доминиканской Республики. И это с 15-го, давайте я с вами поделюсь слайдом. Да, и здесь секундочку. Вот, Доминикана – это часть, половина вот этого острова. Одна половина – это Гаити, а вторая часть этого большого острова – это Доминиканская Республика. Пунта-Кана находится вот здесь, а Некстур летает в Ла-Романа, то есть Ла-Романа до нашего отеля, но это минут 40-45, может быть, на машине, на трансфере. Если же вы летите в Пунта-Кану, то это займет у вас 20 минут от аэропорта. И вот те меры, с которыми я хотелось бы поделиться. Что такое страховка? Да? Что вот предлагает бесплатно государство Доминикан? Если у вас так случилось, что вы заразились коронавирусом, вы должны, безусловно, сделать тест. Вы должны узнать, стоит ли вам остаться подольше или срочно улететь. То есть все вот эти меры, то есть поменять билеты или остаться дольше в отеле, все это спонсирует вам Доминиканская Республика с 15 сентября до 31 декабря. То есть, конечно, я не знаю других направлений, которые вот так щедро решили пригласить всех туристов вернуться, пригласить всех туристов снова приехать, обеспечивая им спокойствие,
Ведь на самом деле, даст Бог, никто из нас и не заболеет даже, но чувствует, что если что-то случится, я сохранен и все под контролем, это, наверное, очень, очень важно. Кто предлагает эти меры, да, это бюро Veritas, это европейская компания, довольно опытная в туризме, поэтому, конечно, если вы скажете, ну да, там доминиканский какой-нибудь врач мне сделает тест, да я не верю даже. А нет, здесь все, конечно, на высочайшем уровне, под контролем. Туризм – это очень важная отрасль Доминиканской Республики, поэтому не беспокойтесь, все действительно под контролем, и я уверена, что все пройдет наилучшим образом с вами и с вашими клиентами. Ну, остальное мы с вами проговорили. Мне хотелось бы еще поделиться, наверное, секундочку, что мы сделали в отеле непосредственно. И хотелось бы, наверное, поделиться вот отсюда. Ну, вот посмотрите, какие бывают еще свадьбы, да, что мы еще делали такого особенного у нас в отеле. Все для групп, безусловно, да, если у вас есть группа просто друзей, которые хотят съездить отдохнуть, или это какой-то школьный вывоз, или это университетские ребята, которые закончили, хотят приехать, а, пожалуйста, напишите нам, напишите аннекстуру, и мы вместе выберем для вас самое лучшее решение. И у нас в компании это M-Secure, это одна из самых лучших компаний, которая предлагает все, что связано с защитой, с безопасностью и с дезинфекцией. Мы решили использовать вот ее сертификат M-Secure, который предлагает все, все, что нужно. И также Кристаль, то есть две компании, которые подтвердят вам, нам и вашим клиентам, что действительно все на высшем уровне, и вы можете спокойно заезжать в отель, отель готов принять ваших туристов. Где это работает? Это работает и с людьми, то есть представьте, чтобы обслужить 1000 комнат, сколько персонала, да, работает, нужно, чтобы они действительно все проходили определенный контроль, чтобы они все делали максимальную дезинфекцию перед работой, после работы, это важный пункт. Социальная дистанция, безусловно, то есть в ресторанах должно быть настолько все сделано, чтобы стол к столу не стоял, и даже если у нас 11 ресторанов, тем не менее, чтобы эта дистанция соблюдалась всегда, это, безусловно, и уборка, и дезинфекция, о которой мы говорили, все, что нужно со здоровьем, если вы хотите проверить это каждый день, два раза в день проверить температуру, но ведь все может быть, вы приехали с ребенком, с пожилым человеком, у нас есть доктор 24 часа 7 дней в неделю, и, конечно, все, что связано с любыми фасилити, с инфраструктурой, все для ваших гостей есть. Вот здесь, насколько вам видно, это... Секундочку, попробуем поставить это в общий экран. Нет, не прошло. Очень важный момент. Если вы еще не знаете, то ваш клиент, прежде чем выбрать отель, зашел, наверное, или на Holiday Check, или в TripAdvisor. И в прошлом году мы открылись в январе. Уже в этом году мы получили recommended от Holiday Check и от TripAdvisor самые максимальные категории нашего сервиса и нашей инфраструктуры. То есть действительно это очень-очень-очень важно. И если, еще раз говорю, вы не посмотрели, то ваш клиент 100% уже проверил все, насколько баллов выглядит тот отель, куда он едет. Возвращаюсь к вам. Вот, собственно говоря, все. Меня зовут Рената Газизова. Свои данные я еще раз поделюсь с ними через Annextour. Если вам что-то захочется узнать побольше об отеле,
посмотрите нашу страницу веб, зайдите в наши социальные сети, подпишитесь, узнавайте, что мы делаем. Вы спросите, да, отель новый, все готово, все супер, наверное, это дорого. У нас просто великолепная сейчас промоушен, и особенно промоушен идет на Украину, на Европу. Почему? Мы хотим помочь, мы хотим, чтобы люди снова приехали, чтобы они увидели, что произошло, как все чисто и насколько все готово, чтобы встретить ваших клиентов. Поэтому действительно воспользуйтесь этим промо сейчас. Пятизвездочный новый обновленный отель с великолепной инфраструктурой, с сервисом по цене, которая сейчас стоит. Я думаю, что нужно как можно быстрее этим воспользоваться. И благодарю еще раз Annex Tour, что они все-таки решили, что они ставят этот рейс, и мы их поддерживаем на все 100%. Поэтому покупайте пакеты в WePressive через Annex. Будем очень рады вас встретить. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, напишите. Я читаю чат, и я попробую ответить на них. Может быть, по приезду клиентов или непосредственно по отелю. Какие у вас есть вопросы? Пишите. Был вопрос с дайвингом. Так, очень хочется к вам. Отлично. Был вопрос с дайвингом. Да, скажите, что с дайвингом есть у нас дайвинг на территории. Это свой собственный пункт дайвинга. Вы можете попробовать бесплатно в бассейне, посмотреть, как вы себя чувствуете, а потом уже выходить, по-моему, два раза в день они выходят. Если вам интересно, я пришлю вам, оставьте ваш имейл, я пришлю вам расписание и программы дайвинга. Пункт дайвинга находится прямо на территории отеля на пляже, как раз где премиум, кстати. Так, все, я вас себе сейчас отмечу и тогда вам напишу про дайвинг. Сегодня вечером, как только наша Доминикана проснется, я вам напишу. Можно контакты представителя отеля, к кому можно обращаться. Сейчас я все напишу. И как с вами связаться. Есть ли бонусная система для агентов? Мы работаем над этим, как я вам сказала. Мы новые, мы чуть больше года, поэтому еще, может быть, нет у нас таких супер award систем, как у других известных цепочек. Но я пишу вам свой адрес, и, пожалуйста, напишите мне напрямую, и я постараюсь сделать что-то для вас. Также вы можете воспользоваться сейчас, секундочку, пишу вам свой контакт, пожалуйста, пишите мне, если у вас какие-то возникнут вопросы. Вышел, да, мой email. И сейчас также поделюсь нашими социальными сетями, где вы бы могли посмотреть, записаться и узнать о всех наших новостях. Так. Facebook, Instagram, посмотрите на нашу страничку. Секундочку, пишу все ваши. Так,
Ну, я думаю, что вроде бы на все ваши вопросы я ответила. Оставляю также вам свой вот email. Если у вас что-то вы хотите узнать поподробнее, получить пакет про свадьбы или что-то, пожалуйста, напишите. Я буду очень-очень рада вам помочь. Святослав, спасибо большое. На связи тогда. Ребята, продаем Доминикану. Мы вас ждем. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.